Kyrgyz Republic. مستضيف هذه البطولة وصاحب الأرض والجمهور المنتخب. Наша страна на Кубке Азии 2019 года громко о себе заявила. Отечественная сборная впервые попала в финальную часть Кубка Азии. Но команде не удалось выйти в четвертьфинал. Несмотря на это, они ничем не уступали соперникам, а во многих моментах даже превосходили их. Думаю, вы уже догадались, что главными героями нашей рубрики становятся два замечательных игрока национальной сборной Кыргызстана по футболу. Великий состав в футболе может выражаться двояко. В нем может быть много спортсменов, а может быть и мало. Но все они велики. И нашим телезрителям я хочу сегодня представить гордость нашей страны. У нас в рубрике, можно сказать, личности не только один, а две даже. И сегодня у нас в рубрике Айзар Ахматов, защитник национальной сборной по футболу Кыргызской Республики, и Кутман Кадырбеков, вратарь национальной сборной Кыргызстана по футболу. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. В первую очередь хочется узнать, как ваше настроение, как вы восстанавливаетесь после такой ответственной игры? Ну, настроение просто отличное. Ну, восстановились уже достаточно, и было еще неделя у нас до следующих, ну, до клубных тренировок. Начнется подготовка непосредственно в клубе. Времени достаточно, восстанавливаемся. Очень сильно по дому скучали за такой период времени. Было много работы. Поэтому хочется побольше провести время с семьей. Даже этого не хватает. С друзьями, с родными, по всем, кем скучал, по кому скучал. И вот опять скоро начнется работа. По чуть начинаем уже бегать, втягиваться, чтобы с новыми силами и с новыми эмоциями начать. А вот помимо того, что вы скучали, вот каково это находиться в международном уровне и за свою страну играть? Каково это? Какие ощущения? Эти ощущения не передать словами. Это страх или все-таки это радость? Нет, какое страх, впечатление? Это гордость в большей мере. Ну, такие моменты, например, ты когда готовишься к игре, ты уже не думаешь там. Ну, нет у тебя ни страха, ни... Есть команда, есть этот, партнеры, они тебя поддерживают в любом случае. Что бы ни случилось на поле, бывают у всех ошибки, все через игру это все преодолевается. Но это самый значимый такой важный турнир в Азии считается. Поэтому все было прям на самом высоком уровне, как и предполагалось. Все команды готовились точно так же, наверное, с таким же желанием, с таким же стремлением. Поэтому именно конкурентоспособность команд тоже прям была качественная. Везде была борьба. По уровню этого розыгрыша, этого кубка, я бы сказал, то, что действительно на высоком уровне, или мне так кажется, потому что мы впервые на него попали, но это реально было волнительно. Я считаю, что это уже огромная победа. Хочется поподробнее узнать о вас обоих. Это началось еще, как только бегать начали во дворе. Во всех дворах играли в футбол, там эти же коробки. У нас это было... Камушки вот так расставляли. Да, у нас опилочное поле было. Его построили, и там, ну, по вечерам собирались пацаны, постарше они были. Мне тогда было 4-5 лет. Меня и туда не брали, я маленький, типа... В первом классе я пришел вот сюда, на базу Алгей, была команда. Там не было моего возраста, были ребята 96-97 года. Был Александров, Ерманбеков, два тренера. Ну, здесь я начал. И буквально через месяц мы поехали на турнир в Россию. Ну вот вы пришли на кружок, сразу поняли, да? То, что это ваше? Или это со временем все-таки? Ну, со временем срослось, да? Да. А вы, Кутман, не хотели стать защитником, например? Почему именно вратарь? Он не был вратарем. Вы не были вратарем? Да, я был полевым игроком. Особо бегать не люблю, всегда так говорил. Ну, так получилось. Попробовал себя в позиции вратаря, и мне понравилось.
имеется в виду. Не сказать то, что я сразу понял то, что это мое, но мне это нравилось, я это делал, что-то получалось, что-то нет, и в итоге получилось то, что получилось. Каждый ли человек может стать футболистом? Конечно, каждый. Главное – желание. А могу ли я, например, стать футболистом? Конечно, можете. В таком возрасте, например, мне уже 20 лет, и просто выйти на поле, потренироваться? Все зависит от человека. Главное – желание. Главное – желание. А мы можем это проверить? Конечно, без проблем. Пообщавшись со спортсменами, я выяснила, что если у человека есть желание стать футболистом, то он обязательно им станет. Ну что ж, желание у меня есть, почему же не попробовать, решила я. Тем более, когда имеется хорошая возможность потренироваться с профессионалами своего дела. Вот, уважаемые телезрители, даже в такой холод я смогла вытащить наших футболистов на улице. И в первую очередь хочется узнать, с чего начинаются ваши тренировки. Либо по-разному, просто да, вратарь разминается отдельно, игроки разминаются отдельно. А как это выглядит? Давайте. Хорошо, покажите, как забивает Айзер Ахмата. Давайте попробуем теперь я. Айзер отметил то, что вы должны угадывать, куда будет забивать, например. Ну, да, угадывать. Ну, это приходит с тренировками, с опытом. Чем больше смотришь, тем больше отрабатываешь, то как-то более уверенно все это получается. А как было, например, на последней игре? Пенальти? Да. Ну, в каких моментах да, вы не смогли поймать? Есть. На последней игре, ну, нюансов много, если объяснять, но вкратце. Просто ты должен быть в концентрации, стоять на ногах и просто выручить команду. В некоторых моментах мне это не удалось, по большей части, но... Но все-таки покажите сейчас. Ну, не знаю, вот он наносит удар. Обычно правши, когда бьют, они бьют сюда. Но у каждого игрока своя техника. Все-таки вы даже замечаете, с какой ногой он будет бить, это тоже от этого... В пенальти особенности, да, потому что когда пенальти человек бьет, правши удобно бить вправо от вратаря, в этот угол, влево от себя. Но в последней игре, когда гол все-таки прошел, задело вашу ногу, правильно? Получилось то, что я чуть раньше пошел на мяч. А вот рост имеет значение? Ну, стараются брать габаритных парней, потому что это контактный вид спорта, и габариты тоже решают. Рост, где ты дотянешься, верховая игра, когда подачи с фланга идут, чтобы дотянуться, чтобы ты был выше, крепче. Давайте попробуем, каково это быть вратарем. Вы хотите поставить? Да, я надеюсь, Айзар сильно бить не будет. Да, надо находиться да, в середине. Да, вне зависимости, какие ворота, ты от удара должен находиться в середине между двух штанг. Не сильно, думаю, да. Готово. Почти. Ах, больно, однако. Ну, ребят, я бы сказала, что это очень тяжело, потому что, несмотря на то, что я сохранила ворота, но ноги болят, тем не менее. И как вы думаете, у меня получилось бы стать футболистом? Да. Спасибо вам огромное, ребят. Желаю также успехов. Защищайте нашу страну и, конечно же, добивайтесь только всего самого хорошего и, конечно же, только всего то, что вы хотите. Спасибо вам большое. Айзар и Хутман отмечают, что желание и воля к победе – два главных фактора успеха в мире футбола. Увлечение этим видом спорта охватило миллионы людей по всему миру. Для кого-то это любимая команда с детства, для кого-то компания, телевизор и чипсы, а для кого-то интереснейшая игра, в которой они сами принимают непосредственное участие. Но для главных героев нашей рубрики футбол – это больше, чем просто жизнь.